канале. Меня зовут Андрей Лоскович. Занимаемся мы в данный момент облицовкой стен вот таким вот кафелем. Вот. Все мы здесь уже уложили. Вот начинаем мы фуговать. С какими трудностями столкнулись? При фуговке, вот если взять швы, вот очень тоненькие, была произведена укладка бесшовная. Вот, вот здесь, везде. У нас вот и проблематично было очень забить швы. Пробовали мы делать это шпателем, вот получается не очень хорошо. Почему? Большой расход фуги идет, соответственно царапается кафель. Вот также мы пробовали делать это пальцем, вот вот так. Получается немного лучше, но все равно перерасход большой фуги и потом трудности с замыванием. Вот какой вариант мы придумали? А вариант очень прост оказался. Берем вот такой вот шприц, фугу мы разводим на консистенции сметаны. Вот примерно вот такой. Можно чуть пожиже, чтобы она легко выдавливалась. И берем шприц, вставляем в шов и начинаем все это дело аккуратно вести. Ведем. Вот. Что мы видим? То, что шов получается у нас очень аккуратный, вот, соответственно, не будет проблем при замывании. Вот. Фуги расход у нас получается минимальный. Единственная проблема со шприцом, когда начинаешь долго работать, вот здесь пластик царапается и трудно потом будет выдавливать. Ну, я думаю, просто поменять на новый шприц и вперед. Дальше работать. Вот уже мы зафуговали стену. Вот такие вот швы у нас получаются. Кому полезна была данная информация, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!